Прибыв на остров, глава городского округа Александр Баранов посетил торговые точки поселка Путятин и лично убедился в неизменности цен на продукты питания. Зашел в детские образовательные учреждения и амбулаторию, удостоверившись, что они работают в обычном режиме. Гулкие школьные коридоры пока хранят молчание, но это ненадолго. Только прозвенит звонок, и они наполнятся детскими голосами и топотом ног учеников, спешащих занять места в классных комнатах. А пока одни ребята занимаются физической культурой, изучая азы игры в волейбол. Это одно из спортивных состязаний, способствующие сплочению детского коллектива и воспитанию навыков игре в команде. Понаблюдав за спортивной игрой, глава нашего городского округа направился в столовую, где инспектирует готовность школьного общепита к обеспечению полноценного питания у учащейся школы. По словам Ольги Бычихиной, завпроизводством Путятинской средней школы, до конца февраля текущего года данное образовательное учреждение на 100% обеспечено продуктами питания. У меня вопрос такой: в меню что у нас вообще питание? Ну вот сегодня у нас суп дальневосточный, насколько очень вкусный. На понедельник у нас макароны с сыром, пирожок с повидлом и компот. То есть мы даем и молочку, и выпечку. Молочка, и первое, и второе. У нас столовая на 84 посадочных места. В школе 72 ребенка на этот момент. В принципе, никто не болеет. Два у нас человека с простудой. Гриппа не было в этом, как-то не было установлено, диагностировано. Поэтому дух. Так что все в этом плане у нас благополучно. Питание детей полностью соответствует нормам и правилам. Обеспечивается путем использования необходимого оборудования, которое есть в наличии в пищевом блоке школы. Это и шкаф для готовой продукции, машина для перетирки картофеля, массивная электрическая сковорода, печь, тестомесильная машина, мясорубка, расположенная в мясном цеху. Все продукты до использования хранятся в отдельном помещении, каждый в своей холодильной камере. В холодильнике у вас рыба, птица. Здесь у вас холодильник для мяса. Это молочный холодильник, это овощи замороженные. Птица. Вот мясной холодильник. В строгом соответствии хранятся и сухие продовольственные продукты – крупы, консервы, мука. Сок, молоко у них, сухое молоко. То есть вот как-то так. До конца февраля нам хватает продуктов. Пока глава городского округа Александр Баранов в сопровождении съемочной группы Тихоокеанского телевидения инспектировал состояние пищеблока и помещений для хранения продуктов, пришло время окончания урока. К этому моменту столовая должна быть готова к приему детей. Сотрудники накрывают столы, чтобы каждый ученик полноценно отобедал. Отметим, что в стенах Путятинской школы находится и разновозрастная группа детского сада номер 13. Ребята, посещающие ее, как и их старшие товарищи, получают полноценное питание в комфортном помещении, расположенном на солнечной стороне здания. Как мы видим, несмотря на то, что поселок до сих пор находится в ледовой западне, жизнь на нем продолжается. Детские образовательные учреждения работают в обычном режиме, питание у детей регулярное и полноценное. А наличие амфибийного катера, выполняющего регулярные рейсы между поселками Путятин и Нудай, даст возможность путятинцам бывать на материке тогда, когда они считают это необходимым.